Генеральный партнер проекта «Декоративные страсти» – супермаркет строительных материалов «Мегастрой». Внимание! Мегаскидки от «Мегастрой». Мегаскидки на кафель, мебель для ванных комнат, сантехнику и двери. А также мегаскидки на обои, напольные покрытия, отделочные материалы, текстиль, постель и бытовую химию. А еще мегаскидки новоселам, пенсионерам, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и многодетным матерям. И, конечно, для всех накопительная система мегаскидок. «Мегастрой». Мегаскидки на все. Для дома и ремонта. Доброго воскресного дня, дорогие друзья! В эфире «Декоративные страсти». Здесь мы помогаем вам решить ту или иную проблему. Для этого работают с нами профессиональные дизайнеры. И сегодня на повестке дня у нас небольшая гостиная, в которой нужен ремонт. Дизайнер Галина Ли готова помочь. Галина, очень приятно вас видеть в нашей квартире. Вот. Мне тоже спасибо. Ага. Наш ребенок оборвал в нашей квартире все обои. Поэтому мы решили сделать в нашей квартире ремонт, именно капитальный ремонт. Расскажите мне, что вы хотите? Вот, хотели бы оставить нашу мебель, именно диван, кресло наше. Угу. Вот. Потом хотелось бы ярких красок каких-то, не полностью, чтобы была вот квартира яркая какая-нибудь, именно красные обои там, желтые, а именно, чтобы взгляд падал именно на какую-то частичку. Нет, комбинировать нужно, да. Да, именно так. Потому что и муж не любит слишком уж яркие такие. Мы можем все сделать в каком-то определенном одном цвете и просто акценты яркие расставить. Ниша, которая есть в гостиной, остается. Дизайнер предлагает ее интересно обыграть. Какой конкретно вот яркие цвета вы хотите? Теплый, холодный, хотя бы вот в этом меня определите. Теплый, желтый. Желтый люблю. Вот именно, чтобы был такой ярко-желтый. Хотелось хорошо, бы. Хорошо. Чтобы солнечно было, да? Потому что у нас сама по себе квартира немножко такая вот затемненная. Гостиная небольшая. Дизайнер Галина поможет создать здесь уют и визуально увеличить комнату. Галина, вот хотелось бы у вас спросить совета. Какие бы осветительные приборы вы посоветовали на потолок именно? Потолочные, вот как здесь в линию расположены, допустим, вот эти два светильника, только не такие прямые, длинные, а квадратные. И более дутое стекло, более нежные концы заваленные. Вот. И, допустим, штуки три вот так в линию расположить, я думаю, было бы актуально. Учитывая все ваши пожелания, попробую. Я не попробую, я сделаю все, что вы хотите. Спасибо, очень надеемся на вас, как бы на ваш вкус в то же время тоже от вас немало зависит. Дизайнер поняла, в каком направлении ей действовать, и для этого мы отправляемся в супермаркет «Мегастрой», где и посоветуем нашей участнице, на что обратить ее внимание, потому что там есть все для дома и ремонта. Супермаркет «Мегастрой». Все для дома и ремонта. Все для стен, потолков и пола. Для кухонь и ванных комнат. Для большого строительства и мелкого ремонта. Для неограниченного бюджета и скромных затрат. Здесь есть все. Все для дома и ремонта. Скидки до 50%. Ведь супермаркет «Мегастрой» – самый большой строительный магазин. Мы работаем без обеда, выходных и по праздникам. ТРК «Алатау», супермаркет «Мегастрой». Программа «Декоративные страсти» продолжается, и мы сейчас поговорим об обоях, какими они должны быть в будущем интерьере. Галин, ну я так смотрю, ты уже выбрала вот этот вариант. Да, мы подобрали вот такую вот полоску. Эта полоска живая, динамичная, она будет немножечко расширять наше пространство, да, скажем так. Вот. И здесь стоял вопрос, брать компаньон или не брать. У нас такие небольшие простенки, там где-то самые большие по 1.5 метра. Поэтому мы не будем дробить. Смысла не нет, будем, да? Да, потому что большой, крупный рисунок, крупный принт, поэтому мы его не будем делить, это будет очень некрасиво. Поэтому, вот, поэтому мы останавливаемся мы взяли, на да, одном да. тоне. Мы взяли, вот. Да, именно вот такие вот обои. Они будут хорошо смотреться, они не будут навязчивые.
Такие вертикальные линии помогут зрительно увеличить высоту стен. Не будут дерзить вот так, они будут очень хорошо смотреться. А вот то, что комната маленькая, не будет ли слишком много полосочек? Эти полоски мы скрасим нашими шторами. Шторы мы возьмем однотонные, без рисунка, поэтому постараемся, чтобы... Все это грамотно, да? Да, так? Да, балансировать вот этими вещами. Шторы и декоративные подушки будут в желтом цвете, как и планировала участница Наташа. Такой будет красивый и стильный интерьер. Ну, мне так кажется. Посмотрим, что получится. Посмотрим. Супермаркет «Мегастрой» спешит поделиться со всеми своей радостью. 12 сентября «Мегастрой» отмечает свое 7-летие. И в честь дня рождения супермаркет «Мегастрой» объявляет мега-акцию «Автодрайв от Мегастрой». С 15 июня по 12 сентября, купив товар всего лишь на 5000 тенге, вы становитесь участником розыгрыша ценных призов, где главный приз – автомобиль «Лифан Смайл». Генеральный спонсор компании «Ласлсбергер», ведущий производитель керамической плитки в России. Супермаркет «Мегастрой» может с гордостью заявить, что у них по многим позициям самые низкие цены в городе. Приходите в «Мегастрой», здесь есть все для дома и ремонта. Мы с дизайнером Галиной единогласно решили, что пол в сегодняшнем интерьере должен быть обязательно белый. И вот этот ламинат, он очень нам нравится. Совершенно верно. Он идеально подходит к нашим обоям. То есть у него фактура, она не сильно пестрая, не сильно яркая. То есть приглушенная. Немного, да, она немного приглушенная, поэтому она хорошо прям ляжет туда. Она не будет навязчивой, она будет простая и будет легкая. То есть само ощущение в комнате создастся легкости, воздушности. С яркими шторами и декорами такие полы будут очень выигрышно смотреться. Создастся ощущение легкости, комфорта. Ну, собственно, что нам и надо, потому что комнатка маленькая, тем более теневая сторона. Да. И даже где-то, ну, со временем может быть немного неуютно, если вот сейчас, да, мы не сделаем хороший дизайн-проект. Точно. Такое напольное покрытие поможет немного приглушить цвет дивана, который сейчас находится в гостиной. Он немного непонятно кораллового, потом бежевого какой-то цвета. Потом какой-то лишний. Сейчас, возможно, Наташа и обидится, но в данном интерьере, над которым мы хотим поработать, да, он как-то выбивается. Но для этого есть профессиональный дизайнер, который делает из минусов плюсы. И вот, Галин, да, подушками облагородим немножечко? Облагородим. Облагородим и сделаем его вот реально, как будто он создан для этого интерьера. Отлично. Да. И комната у нас должна получиться вот легкая и очень солнечная, потому что желтый цвет, ну, опять-таки, наверное, в каких-то минимальных дозах, так сказать. Ограничено. Да, он будет хорошо смотреться, нежели если это будет очень много желтого, потому что желтый, он сам по себе, несмотря на то, что он солнечный, он тяжеловат. Да, от него можно устать. Супермаркет «Мегастрой». Все для дома и ремонта. Все для стен, потолков и пола. Для кухонь и ванных комнат. Для большого строительства и мелкого ремонта. Для неограниченного бюджета и скромных затрат. Здесь есть все. Все для дома и ремонта. Скидки до 50%. Ведь супермаркет «Мегастрой» – самый большой строительный магазин. Мы работаем без обеда, выходных и по праздникам. ТРК «Алатау», супермаркет «Мегастрой». В «Мегастрое» большой выбор осветительных приборов, но сегодня мы обращаем внимание на люстры, которые, впрочем, ну, непримечательные, будем так говорить, но очень-очень нам подходит. И вот этот экземпляр. Галин, сколько штук должно быть? Две, если я не ошибаюсь. Я думаю, да, две должно хватить. Да, потому что будет... Я изначально хотела три. Да, чтобы более вытянутую линию создать. Это я перепутала, но в принципе я в аккурат сказала. Да, но я теперь думаю, вот три будет слишком много освещения для такого маленького помещения. Поэтому две, я думаю, хватит. Да. Да. Она нежная, она очень хорошо будет смотреться, она легкая, она не создаст тяжести нам. Поэтому я думаю, это беспроблемная люстра именно наша. И как раз вариант именно к потолку, потому что... Именно к потолку, да. Потому что другая модель просто не подойдет, потому что комната маленькая, и нам надо максимально создать там простор. Совершенно верно. Для сегодняшнего интерьера мы определились и выбрали именно такую дверь. Чем она тебе понравилась, Галин? Она хорошо будет добавлять наши обои,
Почему добавлять? Потому что у нее такие белые стекла вставки. Угу. Именно вставочками не идет. И хорошо разграничивает. То есть оно не полностью целиком белое. Полотно, да, да, получается? Да, полотно. Да. Полотно идет секционно. Тебя не смущает именно вот цвет венге в этом светлом интерьере небольшом? Нет, цвет венге у нас идет полоска в обоях. Есть светло-серая полоска, есть темно-серая полоска. Да. Именно вот эта темно-серая полоска, она будет хорошо сочетаться с этим венге. То есть мы еще пустим плинтус венге. То есть ты хочешь очертить периметр комнаты? Да. Не лишним будет? Нет, лишним не будет. Лишним не будет. Почему? Потому что у нас, если заметили, потолок у нас неровный. Да, он... Контура нету у него. Да. То есть на полу ты хочешь выделить контур? Да, поэтому я хочу на полу выделить контур. Ну что ж, идея неплохая. Посмотрим, как она будет выглядеть именно в дизайн-проекте. И с нетерпением ждем. Дорогие друзья, наша программа продолжается. Оставайтесь с нами. Наверное, у каждого человека, который начинает делать ремонт квартиры, дома, коттеджа, офиса, возникают одни и те же вопросы. Где купить межкомнатные двери от производителя? Какие межкомнатные двери лучше? Какому магазину дверей довериться? В супермаркете «Мегастрой» вы найдете ответы на все эти вопросы. Межкомнатные двери – это элемент интерьера, без которого не обходится ни одно жилое помещение. Двери обеспечивают хозяевам определенную степень уединенности и защищенности. Когда же стоит начинать присматривать двери? Чтобы сберечь собственные силы, нервы и деньги, специалисты рекомендуют выбирать двери на начальной стадии ремонта. В это время есть возможность учесть многие факторы, такие как ширину и высоту дверных проемов, выбор единого напольного покрытия и мебели, которые будут гармонировать с вашими дверьми. Что нужно учитывать при выборе дверей? В первую очередь следует обратить внимание на материалы. Чаще всего на рынке Казахстана встречаются ламинированные и шпанированные двери. Ламинированные двери бывают покрытые пленкой на бумажной основе. Такие двери пользуются большим спросом из-за несомненных плюсов, таких как низкая цена и легкость полотна. Существуют влагостойкие двери из ПВХ. Важными характеристиками этих дверей являются невоспламеняемость, влагостойкость, химическая стойкость, хорошая звука и теплоизоляция. Также двери бывают шпанированные из массива дерева. Эти двери очень красивые и благодаря естественному древесному рисунку создают теплую, уютную атмосферу в доме. Шторы – это неотъемлемый элемент декора любого помещения. Они подчеркивают стиль, создают уют и нужное настроение. Мы хотим представить вашему вниманию совершенно особый продукт, способный не просто создать атмосферу, но и перенести вас в другую реальность. Фотошторы – удивительная декорация вашей комнаты. Фотошторами их называют благодаря фотографии, нанесенной с помощью современных технологий на интересную ткань. Фокус заключается в том, что из-за размеров полотен нанесенный рисунок перестает быть просто рисунком на ткани. Он становится удивительной декорацией интерьера, способной перенести вас в любую точку мира или экзотический уголок природы. Фотошторы шьются из плотной солнцезащитной ткани Blackout и потому обладают уникальной способностью задерживать даже самый яркий солнечный свет. Солнцезащитные шторы не выцветают, мягко драпируются и замечательно сохраняют форму. Кроме того, эти плотные шторы обладают высокой износостойкостью. Фотошторы практичны, просты в монтаже, эксплуатации и уходе. Шторы Blackout легко стираются в стиральной машине без ущерба для рисунка при 30 градусах, режим деликатный. Солнцезащитные шторы Blackout – это по-настоящему дизайнерский продукт, который интересно сочетать с другими декоративными элементами интерьера, например, декоративными подушками, покрывалом или скатертью. Преимущество фотоштор: за счет фотоизображения увеличивается пространство помещения. Это неповторимое дизайнерское решение. Фотошторы экологически безопасны, они выдерживают много стирок, также сохраняют свои краски. Любое представленное изображение можно сделать черно-белым или же светло-коричневым, состаренным, а также поменять направление рисунка зеркальным. Выберите понравившееся изображение, и отдел фотошторы «Актубе» воплотит вашу мечту. Дизайн-проект дорабатывается, и Галина Ли скоро нам его представит. А сейчас для вас очень нужная, полезная и актуальная информация от студии «Маратка». Приятная новость для тех, кто хочет красиво оформить свой дом. В нашем городе открылось официальное представительство торговой марки «Маратка».
Отдел номер 407 в ТРК «Алатау» реализует элитные отделочные материалы от известного архитектора, новатора в области технологий декорирования интерьеров Марата Кам. В студии вы можете подобрать декоративные штукатурки, краски, лаки, лепной декор, 3D-панели, каменный шпон, заказать фрески по индивидуальным размерам. Также для вас профессиональные услуги художественной росписи стен и создание объемных уникальных орнаментов. Мы реализуем декоративную штукатурку, имитирующую камень. Также у нас есть барельефные картины, имитация льна, имитация под старину, старые краски. Также у нас есть сусальное золото, которое мы можем использовать в интерьере. Все краски – экологически чистый продукт. Также они имеют 30-летнюю гарантию. Марат Ка является законодателем декораторской моды на фактуры, цвета и виды декоративных финишей. Все, что отмечено фирменным знаком Марат Ка, это всегда тренд. Мы можем все продекорировать, колонны, капители под мрамор, под металл, под серебро и под дерево, под другие любые материалы. Для работы используются исключительно экологически чистые и натуральные материалы, которые позволяют работать с любой фактурой и поверхностью. Также мы можем предложить декоративную роспись зеркал, трафаретная техника нанесением сусальных золотых листов. Все покрытия от торговой марки «Марат Ка» подходят для влажной уборки, устойчивы к физическим воздействиям и не теряют свой первозданный вид. Также мы возвращаем в жизнь старые вещи. Данная дверь советского типа продекорирована в современном стиле. Мы разрабатываем колористику и декоративные поверхности для современных архитектурных пространств, различных предметов интерьера и мебели. Любой проект для нас, как произведение искусства, мы вкладываем в него частицу себя. Любая поверхность, созданная нами, по-своему уникальна, говорят ребята из студии «Марат Ка». Программа «Декоративные страсти» продолжается. Очень скоро мы представим готовый дизайн-проект. А сейчас информация от нашего партнера. Оставайтесь с нами. Проект «Декоративные страсти» продолжается. Мы вам показываем и рассказываем, где вы можете приобрести качественные товары по доступной цене. Сейчас речь пойдет об осветительных приборах. Купить люстру просто, но купить качественную, подходящую по дизайну и с очень хорошей ценой не совсем. Мы предлагаем конкурентоспособные цены и широкий ассортимент товаров, с которым можно ознакомиться в каталогах в магазине по адресу проспект Алии Молдогуловой, 50В, магазин «Евросвет». В данный момент действует акция «Жаркое роскошное лето». Скидки всех приятно удивят. Бренд «Евросвет» успешно работает на российском рынке осветительного оборудования с 1998 года и входит в состав международного торгово-производственного холдинга. «Евросвет» является ведущим брендом России, Беларуси, Казахстана. Собственные производственные мощности и складские площади бренда «Евросвет» обеспечивают безупречное качество и конкурентоспособную цену продукции. Вся продукция «Евросвет» проходит строгий контроль качества и имеет сертификат соответствия государственным стандартам. Многолетний опыт работы на рынке освещения и собственный штат художников бренда «Евросвет» позволяют быть в курсе дизайнерских инноваций отрасли и постоянно обновлять модельный ряд в соответствии с модными тенденциями. В магазине «Евросвет» вы найдете люстры, бра, торшеры, осветительные приборы разного стиля от классики до модерна. Хрусталь «Строцкиз», произведенный по уникальной технологии из высококачественного сырья, позволяет добиться прозрачности и прочности изделия. Вот уже более 15 лет бренд «Евросвет» использует в светильниках чистейший и идеально прозрачный, сверкающий всеми гранями хрусталь. Главными критериями работы «Евросвет» являются качество и доступность продукции. С нами работают многие дизайнеры города Актобе. Наш девиз – максимум света в каждый дом. Роскошный свет с роскошной скидкой. Магазин «Евросвет» объявляет акцию «Роскошное лето». Самые модные светильники России со скидкой от 15%. Только в магазине «Евросвет». Высококачественный хрусталь «Строцкиз». Безупречное сияние. Премиум-серия «Богатес». Люстры, бра, торшеры в любом стиле. «Оптима», «Элегант», «Классика», «Модерн». Все для освещения и электромонтажа. Максимум света в каждый дом. Магазин «Евросвет». Не зря говорят, готовь сани летом. Мы подготовили для вас информацию о том, как правильно и быстро подготовить свой дом к холодному времени года. И лучше начинать это делать уже сейчас.
ТО «КАЗ-Заказ» предлагает для вас напыляемый утеплитель «Полинор». «Полинор» – это полиуретановый утеплитель, который наносится методом напыления на поверхности и относится к новейшему классу современных материалов для тепло- и звукоизоляции, элементов строительных конструкций, зданий, сооружений, трубопроводов и других конструкций сложной формы. Утеплитель «Полинор» экологичен, надежен, исключительно доступен по цене и крайне удобен в применении. С помощью «Полинор» несложно утеплить самые труднодоступные места и участки достаточно сложной формы. Напыляемый пенополиуретановый утеплитель «Полинор» предназначается для профессионального и бытового использования в диапазоне температур от плюс 5 до плюс 35 градусов. Время полной полимеризации – 45 минут. «Полинор» защитит ваше помещение от грибка и плесени. Он не интересен грызунам, у него полное отсутствие мостиков холода. Также простой уход за оборудованием. При использовании «Полинора» не требуется специальных навыков при работе. Он безопасен для здоровья. Не менее 70% ячеек «Полинор» являются закрытыми и не пропускают, не впитывают влагу, а значит утеплитель не потеряет свои теплопроводные качества, и вы можете быть уверены в конечном результате. В течение 1 секунды «Полинор» затухает без источника огня. Незаменим в создании теплозащиты элементов сложной формы. Если вы благоустраиваете свой дом, то «Полинор» вам в помощь. Утеплить свой дом теперь это просто. «Полинор» – напыляемая пенополиуретановая теплозвукоизоляция. «Полинор» легко распыляется из баллона, не требует крепежных элементов, не имеет стыков и швов, заполняет все пустоты. «Полинор» экологичен и долговечен, не впитывает влагу, обрабатывает самые труднодоступные места и поверхности сложной формы. Попробуйте сами, как это просто. «Полинор» утепляет все. «Полинор» – в строймаркетах города. Телефон в городе Актобе. 50-58-04. Сегодня мы прорабатываем дизайн-проект для участницы Натальи. Гостиная небольшая, дизайнеру необходимо умело организовать пространство, учитывая диван, который после ремонта останется. Участница Наталья попросила дизайнера Галину использовать в интерьере желтый цвет. Смотрим, что может получиться. В небольшой комнате два дверных проема и ниша. Один проем, ведущий в коридор, останется просторным. Дверь в спальню присмотрели в Мегастрое. Она со стеклянным матовым полотном с поперечными планками. Нишу с полками дизайнер оформила интересно. Зеркало с пескоструйным рисунком городского пейзажа позволяет зрительно увеличить пространство за счет отражения. За зеркальной вставкой полки для хранения вещей. Стены оформлены обоями с вертикальными плавными полосами. Диван остается без изменений, он бледно-кораллового цвета. Под него, собственно, дизайнер и создавала весь интерьер. Этот диван был отправной точкой, и он, как оказалось, хорошо успокаивает контраст. Шторы и подушки солнечные, получилась пространственная перспектива с желтыми шторами. На полу белый ламинат, он делает небольшую гостиную воздушной и светлой. Над проектом работала дизайнер Галина Ли. Декоративной страсти вы можете многое для себя почерпнуть. Здесь работают профессиональные дизайнеры, которые ответят на ваши вопросы, а также, как всегда, нужная и полезная информация касаемо вашего интерьера и ремонта. Я с вами прощаюсь ровно на неделю. Увидимся в следующее воскресенье на телеканале Рика ТВ. Тепла и уюта вашему дому. До встречи!